В Бурятии топит Бичурский район. Это кадры из самой Бичуры, снятые очевидцами на мобильный телефон. Хорошо видно, что вода уже проникла на улицы и во дворы. По официальной информации, потоплены дома на четырех улицах райцентра. Причина, по которой река Бичура вышла из берегов – обильные дожди накануне, когда за два дня выпала месячная норма осадков. Как сообщили в МЧС, на всей территории Бичурского района введен режим «повышенная готовность». Для ликвидации последствий подтопления задействовано 32 человека и 19 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения с горячим питанием. Сегодня ночью в Сотниково сгорел дом и пристрой к нему. Несмотря на оперативность пожарных, спасти строение не удалось. Огонь полностью уничтожил крыши и почти ничего не оставил целым внутри помещений. Удалось лишь предотвратить его распространение на соседние дома. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Выпускные отменили. Теперь уже совсем. Такое решение принял сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, заявил Алексей Цыденов. Заболеваемость в Бурятии выше среднероссийской на 60%. По темпам прироста мы на третьем месте в стране. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. В этом году аттестаты вручат каждому классу отдельно. Запрещены не только сами выпускные, но и банкеты по случаю окончания школы в заведениях общепита. Приговор Прибайкальского районного суда Баира Жамбалову не устроил ни одну из сторон. Адвокаты Жамбалова, получившего 6 лет и 1 месяц колонии поселения за смертельное ДТП, обжаловали приговор. Ранее то же самое сделала потерпевшая сторона. Сам Жамбалов настаивает на своей невиновности. Отец погибшей девочки, напротив, считает приговор слишком мягким. С ним солидарна и прокуратура. Сотрудники прокуратуры пресекли коррупцию в Заиграевской администрации. Прокуратурой Заиграевского района установлено, что с января текущего года должность председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации района занимает лицо, являющееся учредителем и директором двух коммерческих организаций. Заиграевский районный суд 7 июня текущего года удовлетворил иск прокуратуры, признал незаконным наложенное служащему взыскание и обязал администрацию расторгнуть с ним трудовой договор. На полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе снова прошли учения. На этот раз в поражении целей тренировались минометчики Восточного военного округа. В учениях приняли участие около 200 военнослужащих и 50 единиц вооружения и военной техники.